По данным еженедельного мониторинга, в Туве отмечено снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 30%. За прошедшую неделю зарегистрировано около 2600 случаев обращения в медицинские организации. На предыдущей неделе более 37 тысяч. Незначительное превышение пороговых значений сохраняется. Зарегистрировано 60 лабораторных подтвержденных случаев вирусного гриппа А, H1N1, H3N2. Ограничительные меры в лечебных учреждениях на посещение родственников сохраняются. Для профилактики гриппа и ОРВИ рекомендуется частое мытье рук с мылом, избегать посещения мест скопления людей, укреплять иммунитет, одеваться по погоде. При появлении симптомов заболевания рекомендуется оставаться дома и вызывать службу неотложной помощи поликлиники, в ночное время скорую помощь. В поликлиниках медицинских учреждений усилены службы неотложной помощи, продлено время работы. Проводится мониторинг неснижаемого запаса противовирусных препаратов в лечебных учреждениях и аптеках.